Как говорится, цеслав голуби, дорогие друзья, и я хочу вам поведать историю, почему же не было видео. Во-первых, я просто отдыхал, во-вторых, у меня слетела винда, и я решал эту проблему. В-третьих, я записывал угарную нарезку, а в-четвертых, я сейчас работаю над одним интересным видео по Сролкрафту. Ну а сегодня, чтобы канал не простаивал, я решил выложить данный видос. Его я, конечно, хотел еще записать вчера, это 27 числа, но не получилось, поскольку был у меня очень хороший интернет, плюс еще там небольшая проблема была со скачиванием мира. В общем, мне пришлось потеребить, и только сегодня мне удалось вот скачать эту карту и построить здесь кое-что. Сегодня я хотел бы рассмотреть очень интересный механизм, который я придумал совсем недавно. Он достаточно полезный. В общем, это генератор частоты. Этот механизм помогает нам измерить количество сигналов в секунду, ну или ту же самую частоту. Я просто еще не отошел от экзаменов по физике, поэтому вот я такие термины и использую. Я его построил совсем недавно, когда начал разбирать музыкальный механизм. Просто я уже практически понял его работу, понимаю, как здесь все практически работает, кроме вот этой вот штуки. Пока что я до нее не дошел, ну просто сам до конца не понял. Так, ну естественно, давай время. Ну, давайте полностью рассмотрим этот механизм. Он состоит из 4-битного счетчика и вечного двигателя, который генерирует постоянный сигнал. Я его построил потому, что увидел здесь вот такую схемку, которую сейчас, естественно, уже можно поменять. То есть сделать ее намного легче с помощью регулируемой задержки времени. В общем, мы подключаем провод как раз к этому музыкальному генератору, подключаем его к плюсу, к 4-битному счетчику. Я напомню, что вот всегда хочу сказать вроде что-то нормальное, но получается какая-то санина, одним словом. В общем, здесь у нас вход, здесь выход, и при подавании на вход сигнал у нас выдаваемое значение увеличивается на 1. И получается так, что у нас здесь идет сигнал, и он вот так вот увеличивает это значение. Здесь, думаю, с этим понятно. Теперь идет вторая часть, это у нас вечный двигатель, который работает один сигнал в секунду. Так, где здесь эта хрень? Здесь я поставил 0,5, и здесь тоже 0,5, чтобы в итоге получилась секунда. И опять же это подсоединяется к задней части 4-битного счетчика, и при получении сзади сигнала 4-битный счетчик обнуляется. И получается так, что в раз в секунду у нас обнуляется значение, и мы можем увидеть количество сигналов за секунду. Здесь, в принципе, все просто работает. Просто включаем здесь вот эту штуку и нажимаем здесь на кнопку. Тут придется каждый раз, конечно, нажимать, если вы выйдете из мира или улетите куда-то далеко, потому что у нас попадает сигнал, когда мы выходим за карту или куда-то очень далеко улетаем. Вот. Тут у нас получается 6 сигналов в секунду. То есть, грубо говоря, 6 Гц, но это если рассматривать там физику, но это, в принципе, эта хрень вам не нужна. Вот такой вот простенький на самом деле механизм. Больше тут особо-то и объяснять нечего, я думаю, вы все поняли. Строить его тоже смысла не вижу. В общем, эта вещь пригодится, например, для каких-нибудь уменьшения схем сигнала. Если у нас какие-то старые механизмы есть типа этого, мы можем уменьшить, поставить вот такие вот задержки, подрегулировать их так, чтобы как раз количество сигналов совпадало вот с этой схемой. То есть эту схему поменять тупо на вот эту вот задержку, которую можно регулировать. Ну и тут, естественно, старый этот механизм музыкальный. Его, я думаю, разберу когда-нибудь, когда полностью пойму его работу. Сейчас я, конечно, не все так понимаю. Ну, думаю, на этом все. Вот такой короткий видос. Сейчас я опять же напомню, что я работаю над сложным, точнее над полным гайдом по Сролкрафту, чтобы мне не задавали тупые, просто откровенно тупые вопросы. И надеюсь, что он скоро выйдет, если я, конечно, до этого дойду. На этом все. Если вам понравился этот видос, обязательно оцените его и слева голубь.